Небольшой зал едва вмещает всех желающих. Поздравить Виктора Томенко собрались депутаты, известные в крае общественники и волонтеры. Не выспавшегося после ночи выборов, но довольного будущего губернатора встречают аплодисментами. Здравствуйте! Позади десятки встреч с жителями края и первые результаты, которых давно ждали в районах и не могли не заметить во всем регионе. Томенко было 2 недели назад в Слобожане. Прошлый четверг, впервые за 3 года, вопрос двинулся, и 251 семья получила деньги. То есть, наверное, это очень важно. Надежды на нового главу края большие. Проблем в регионе немало. Низкие зарплаты, нехватка кадров в больницах, плохие дороги в районах. И этих решений ждут. Дополнительное предложение звучит и от депутатов. Работу над наказами подкрепить финансово. На реализацию этих мини-программ Томенко сегментов Угловского, Ельцовского, Змеиногорского района 1 миллион на реализацию. И тогда мы уже в следующем году будем подводить итоги. «Здесь надо пахать», – рассказывал сам Томенко о том, какую оценку давал Владимир Путин, отправляя его на Алтай. Каратисты региона подарили полотенце – вытирать пот со лба. С улыбкой и пахать легче. Сразу после встречи Томенко озвучивает журналистам первые шаги. Подготовка к отопительному сезону, завершение уборочной, принятие бюджета на 2019 год. Силы обещает направить на развитие социальной политики. Новые имена будущий губернатор пока не называет, но говорит, изменения будут. «Я внесу предложение по изменению количество заместителей и распределение нагрузки между ними, заместителей председателя правительства, и сделаю это в течение нескольких недель. Пока не озвучен, но новые имена будут обязательно, конечно». Официально Виктор Томенко вступит в должность в следующий понедельник. Инаугурацию проведет полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. А пока фото на память и в путь. Евгения Доровская, Андрей Печоркин. Наши новости.